Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И на дорожку, как говорится, перед отпуском я решил снять еще одну серию по Tower Conquest. Ну что ж, забегаем в тренировку, забираем всех наших ребят. Упс, понятно. Эти еще до сих пор у меня тренируются, и это будет довольно долго. Тут 2 часа, 5,5, а тут вообще 8 часов. Ладно, пускай тренируются, ребят. Что ж, ничего не поделаешь. Так, забегаем быстренько в магазин и смотрим, что нам здесь ничего не доступно. Ну, есть опыт. Кстати, да, ребята, я получил 88 уровень. Втихаря сыграл ночью и получил. Ладно, ну что же, думаю, пора приступать нам к заданиям. Так, у нас пройдена только лишь Нефритовая долина. Мы с вами остановились на долине подданных. Я думаю, что сегодня мы ее пройдем. Так, тут у нас Грифон, Грифа, Паладин, ну и маленький Обалдуй. Поэтому, я думаю, возьмем вот этот отрядик сюда. Да, и в принципе, наверное, поизейший пройдем. Хотя Грифон, ну да, может нам немножко нервы помотать. Но, тем не менее, мы попробуем сейчас выкрутиться. Ой-ой-ой-ой, смотри, кто побежал. Смотри, кто побежал, карапуз-то какой, а? Ну-ка, давай его, големчик. На колбась. И, кстати, нам здесь нужно, ребята, вызвать баллисту. Да, в первую очередь вызываем баллисту. Потому что если грифон полетит, голем просто один не справится. Так, и джиггернаут. Отдай-ка карточку. У нас, кстати, ребят, фаербол накопился. Это уже хорошо. Давайте призовем еще на всякий случай чумную мышь. И, в принципе, все. Этого будет достаточно, чтобы, ребята, пройти этот уровень. Так, погоди-ка. Нет, недостаточно. Нам этого далеко недостаточно. Так, баллиста, давай бомби. Потому что грифон, я смотрю, там что-то раздухарился. Причем не на шутку. Я вызываю вторую баллисту. Ну, вот теперь уже, ребята, точно все будет хорошо у нас. Сейчас, подождите-ка. Вот так, теперь... Ах ты, смотри, что сделал. Естественно, у грифона сработала смертельная вот эта вот фигня. Феникс огненный, блин, да, и полетел он пламенем моих, естественно, юнитов. И подбил их практически всех. Кроме баллист, потому что баллисты стоят далеко, и он до них не достал. Но, тем не менее, ребята, мы его разбираем. Так, минус дохлик. Давай еще одну баллисту вызовем, ребят. Сейчас опять наверняка сработает вот эта ульта. Смертельно, нет? Нет, смотри-ка. Не сработало. Тогда фаербол вдогоночку. И добиваем. Давай, отлично. Там что-то паладин вылез, но не успел даже пикнуть, мы его разобрали. Отлично, все хорошо, ребята. Переходим на предпоследний этап. И здесь у нас прибавляется лучница. В принципе, я вот считаю, если брать лучницу или грифона, то лучник намного слабее грифона. Ну что, он может стрелять, ну поджигать, конечно, может. Но а грифон-то при смерти может еще и, как говорится, катапультироваться. Или не катапультироваться, а, скажем так, в предсмертной агонии просто рвануть на меня, понимаешь? Так, здесь, кстати, сейчас будут мою чумную мышь бомбить. Паладин будет ее бомбить. И ее с удара уничтожать, ты понял? Вот так-то. Просто взял с удара и уничтожил. Значит, нам нужно, ребята, призывать опять баллисту. Потому что вот там лучник. Надо его ликвидировать. Так, еще один паладин вышел. Слушай, ну тут уже плохо дело. Смотри. Паладин. А, все, один остался, ребят. Все, тогда нормально. Тогда все, справимся, все сделаем. Сейчас будет все у нас хорошо и четко. Лучница, хорош, успокойся уже. Достала так поджигать. Смотрите, подожгла. У нее сработал поджог. Хотя это очень редко должно срабатывать, ребят, на самом деле. Упс. Пардонче. Так, мы еще, ребята, их захомутали. Видите, они пошли против своих же. Но это ненадолго. Там буквально секунды 2-3. И потом их отпускает. Ну что, я думаю, можно, в принципе, ребят, нам призвать. Даже не надо никого призвать. Я думал, сейчас деда призовем. А тут, видите, на ускорение. Сейчас быстро разберем базенку-то ему. Ну давай. Последние, как говорится, усилия. И да. Отлично. 3 джиггернаута там стоит в ряд. Против них не попрешь. Ну что же, давай смотреть, кто тут босс. Ребята, ну, самый липовый и самый простецкий босс — это, естественно, епископ. Ой. Лучше бы ты не выходил. А у них, по-моему... А, ребята, у людей, да, у подданных, у них либо епископ, либо король. У них больше никого и нету из боссов. Так что... Король, ну, король, да, может нам
нервы помотать, а больше никто. Епископ, я считаю, это самое такое легкое. Сейчас, ребята, мы с вами, наверное, вполне успеем накопить 500 манны, да? Ну и выйти в бой? Или не успеем? Так, там лучница, ребята, еще вылупилась. Фаербол. Вот так. Ну, в принципе, ребят, сейчас дед мой выйдет, и все будет хорошо. Сейчас я его призову. Так, а вот это плохо. Тут грифон еще появился. Вот так вот. Значит, нам без баллисты здесь не обойтись. Ну, давай, давай, дед, ну. Вот так вот. Отлично получилось. Бумс, минус паладин. Карточки нам дают, да? Зачем только нам они не нужны на паладина? Потому что паладин у нас прокачан с вами полностью. Фаербол. Шикарно. Слушай, надо, наверное, еще, ребята, одну баллисту. Не справляется он у меня. Смотри. Тот успевает поставить щит энергетический. А ну-ка, давай-ка так попробуем. Сейчас они только соединятся вместе. Мимо. Мимо, грифон, ты не попал по нам. Так, так, так. Слушай, у меня что, все висит на одном джаггернауте? Это плохо. А, не, вон голем подходит. Подходит голем. Ну, как видите, ребят, епископ сдулся. Все. Пройдем сейчас, ребят, элементарно. Ой, тихо, 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 тихонько. Ё-моё, ты прикинь, у меня баллисты просто так стояли. Без прикрытия, офигеть. Чуть было не лопухнули сейчас с вами, а? Вовремя я успел увидеть, ребята, и призвал, конечно же, джаггернаута. Так, сколько? У нас, ребята, 33 секунды до завершения уровня. Как говорится, еще здоровье у базы полностью. Давай так сделаем. Вот, смачно мы прописали. Я надеюсь, он еще одного паладина не вызовет. Хотя он может. Он, ребята, может. 20 секунд у нас на все про все. И мы проходим. Отлично, замечательно. Ну что же, давай забирать сундук и посмотрим, что нам из него выпадет. А выпадает нам из него 9 карточек фехтовальщика и 11 карточек крестьянина. И 11 тысяч голды. Ну, а мы переходим с вами на фабрику роботов. Значит, тут джаггернаут 93 уровня и репульсор. Я, наверное, не буду, ребята, менять здесь команду вот этой же группы и будем с вами добивать здесь. Я думаю, оптимально. Потом у нас еще имбовая команда, так что все отлично. Кстати, здесь босс может быть термин 9000, да-да, тот самый противный босс. Так, успею я своего джаггера вызвать или нет, как думаете? По идее, должен. Ну да, смотри-ка, я вызываю джаггернаута. И он своего, ну у него покрепче будет парень, согласись. И если мы сейчас с вами вот так вот сделаем. Баллисту призвал, конечно же, баллисту, ребята. Так, что-то мне не нравится здесь все. Фаербол у меня, ребят, накопился и... Не понял. Что сейчас было? Я, ребята, я бомбанул фаербол. Слушай, что за ересь? Эй! Какого лиша? Ну-ка давай еще одного джаггернаута вызовем. Я боюсь, сейчас мы проиграем здесь. Что происходит? Почему я, когда фаербол бросил, ребята, мы не смогли добить вражеского джаггера? В чем проблема была? Там нулевой урон получился. Странно. Так, ну давай вот так сделаем. Захомутали. Замечательно, пускай там бомбит свою базу. Наверное, нам нужно еще одного джаггера призвать. Для пущей уверенности. Ну и все, в принципе, ребята, здесь уже им хана. Базу сейчас быстренько разнесем. Сейчас мои баллисты постараются. О, ускорение. Вообще смачно. Вот так вот. Будет знать, как выеживаться. Отлично, ребята. Первый уровень пройден, переходим ко второму. И смотрим, что здесь прибавляется ко всему толкатель 93 уровня. Толкатель. Вот это уже, ребята, не шуточки. Так, исследователь, мы с вами завершили квест. Это, конечно, хорошо, но сейчас я думаю о другом. Нам нужно как-то помешать толкателю. А как мы будем это делать? Наверное, через... Ё-моё, он опять своего джаггернаута. Давай еще до кучи толкателя сюда призови, и будет вообще все замечательно. А он сейчас так и сделает, скорее всего. Сейчас проверим. Так оно и есть, ребята. Он вызвал толкателя. Ёлки-палки. Он сейчас будет их всех сталкивать. Слушай, есть. Есть у нас небольшое время. Так, фаербол, ребята. Мне нужен фаербол. Срочно. На. Фух. Нам повезло. Сейчас бы... Вот если бы мы фаербол бы не применили... Вот ты видел, да, куда он джаггернаута оттолкнул?
Потом бы подошел бы и просто добил бы. Вот и все, и нанес бы урон моей базе. Позволить такого я не могу. Не имею права допускать такие ошибки, ребят. Так, толкатель опять начинает тут буянить. Смотри-ка, давай-ка вторую баллисту призовем. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо никого тут трогать. Стой на месте там и не вякай. Так, еще призову чумную мышь одну. Толкатель идет, я сейчас, ребят, фаерболом, наверное, их обоих, кстати. Вот так. Плюс заморозка, репульсор. Сопротивление? Ты понял, у репульсора только что сработало сопротивление к магии льда. Вот так вот, а я не знал, что у него есть такая штука. Ну, ладно, хорошо, давай попробуем. Минута у нас времени, ребят, минутка. Сейчас, смотри, разобрали мы толкателя довольно быстро. У меня скоро фаербол будет готов. Может быть, даже не понадобится. Да, скорее всего, не понадобится. Но я все равно выпущу. Отлично, прошли. Так, ну что, ребята, третья миссия. И здесь у нас ракетчик, да, прибавляется 92 уровня. Так, энергии здесь нет на этом отряде, поэтому будем брать... Может быть, вот этот отряд возьмем? Давай попробуем. Друидка должна здесь зарулить. Ну, что-то никого не видно, не слышно. Что-то он тихорится. Ладно, будем тоже копить ману. 500 маны накопим, да? Отлично. Так, тихо, Джаггер, не надо. Не надо, ребята, его здесь... Блин, кстати, мы, наверное, здесь можем проиграть, потому что... Это, ребята, далеко не Джаггернаут. Это паладин, оглушили. Так, теперь вот будем... Тихо ты, смотри, ползет. Упс, нормуль, кстати, я тебе скажу. Сейчас бомбанет. Не успел, ты прикинь. Он не успел. Ничего у него не получилось, потому что я, ребята, сейчас вызову друидку, и все, и тут будет Алис Гуд. Давай, ребятули. Так, друидка, ты, главное, хиляй. Главное, хиляй, тотемы свои тут развешивай. Второй раз ракетчика сносим просто одним выстрелом. Всадник Мужравле, давай. Они у меня прокачаны полностью по фулочке. Великолепно. О, ускорение. Ну что, ребята, как я понимаю, мы здесь выиграли с вами, да? Тихо, не надо буянить. Отлично. Все, по-моему, добиваем, ребята, мы с вами базу. Репульсор там что-то хочет сделать, ничего у него не получается. А мы, да, мы с вами выигрываем. Ну что же, переходим с вами на предпоследнюю миссию. Так, а вот здесь уже прибавляется бот-паук. И опять же этот толкатель, а? Хламонище. Ладно, попытаемся с вами как-то выкрутиться в этой ситуации нелегкой. Может быть, кстати, получится опять накопить 500 маны и выпустить друидку на поле боя. А там уже, как говорится, песенка будет спета вражеская. 500 маны есть. Давай теперь попробуем накопить. Давай. Вышел толкатель, ребят. Толкатель вышел, блин. Погоди, а может быть, успеем? Слушай, успеваем. Сейчас кое-что я, ребята, попробую сделать. Что он там? Что он там выеживается? Я не могу понять, что он делает-то. А, там же у меня эти тотемы. Все, я понял, ребят. Я думаю, что он выделывается? Так, друидка моя отходит, правильно хиляется. Это все правильно она делает. Так, и вон бот-паук идет. Давай вот так вот сделаем. Вот. Добомбим. Нет, что-то не получается, ребят. Все, уничтожили. Давай еще вызовем БФГшку одну. Так, массовые атаки пошли, да, от толкателя. Но мы его сразу быстренько вырубили. Слушай, нам здесь очень хорошо помогает всадник Мужравле, потому что его никто не может подбить. Тут в основном все такие юниты, которые только наземные цели бомбят. Так что должно быть все великолепно. Я еще одного паладина вызову. Тут смотри, у нас два паладина, плюс сейчас третий подойдет. А раскромсаем все, что здесь стоит, ребят, поверьте мне. Хиляемся еще при этом. Нет, никаких шансов у него на победу нету. Единственное, что я боюсь сейчас встретиться, знаете, с кем? Да-да, с термином 9000. Вот это будет больно, если он будет. Смотрите, кстати, мы вызвали друидку, а уровень даже не лаганул ни разу. Очень даже все хорошо идет. Хм,
Странно, вот сейчас начинает лагать. Потому что, видимо, вторая друидка подходит. А ну-ка давай так сделаем. 29 секунд. Е. Забомбили базу. Фух, ну что же, переходим к последней миссии. И давай смотреть, кто здесь будет босс. У-у-у, ребята, ну... Это ж просто манна небесная. Нам повезло, нам достается ядербот. И будем мы драться с ним вот этой командой. Почему? Потому что вы помните, что друидка не смогла продамажить его в прошлой серии. И мы за это поплатились. Так что будем, наверное, именно где у нас много дамага. Да, я думаю, это оптимально будет. Сейчас попробуем накопить 500 маны, как всегда. Если ведьма выйдет здесь, то она уже практически одна здесь. Не получится, ребят. К сожалению, не выйдет. Так, ну что, давай попробуем так вот сделать. Главное наказать. Ух ты, через отражение. Неплохо он сам себя наказал, ребята. Так, мы его выключили. Отлично. 500 манна мне нужно. Еще, ребята, один джаггернаут выходит. Но я вызываю ведьму уже, так что все хорошо. Бот-паук собственной персоной появился. Так, ну-ка, Ронин, где ты там? Ай, он как всегда идет, еле-еле. Так, минус. Нет, не минус, ребята. Бот-паук выжил почему-то у нас. Слушай, давай-ка прыгуна еще призовем сюда на всякий случай, а? Я думаю, что он здесь хорошо зайдет. Давай, вот как раз вот этого паучка. Нет. Не вышло, ребят, к сожалению. Не сработала моя комба. Но в любом случае мы сейчас разнесем ему базу. Я, кстати, не вижу почему-то этого ядербота. Где босс-то? Почему босса не вижу? Вот он явился, ребят. Героическая мощь. Квест мы с вами завершили. Но, видите, ничего он не успел сделать. Мы разнесли просто-напросто базу быстрее, чем он что-то смог сделать. Кстати, я считаю, что вот если брать, ребят, епископа босса, да, и ядербот, мне кажется, что ядербот даже хуже, чем епископ. Вот так вот. Ну что же, смотрим, что нам достается здесь. 8 карточек ядербота и 12 карточек бомбера. Плюс 11 тысяч голды. Ну что ж, переходим с вами на, опять же, нефритовая долина, ребят. Нефритовая долина, и встречает нас тигр. Тигр и копейщик 93 уровня. Поэтому, наверное, будем вот этой командой. Потому что, ребята, надо будет его на спам уничтожать на корню. А он будет выпускать этих копейщиков сейчас одного за другим. Тем более у нас расстояние очень маленькое здесь. Об этом тоже не стоит забывать. Вот, смотри. Видишь, вот почему, ребята, нужен здесь нам мечник. Так, теперь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Успеем ли мы, ребята? Эй! По-моему, я не успею, или успею. Черт его знает, смотри, что тут происходит. Мне нужен... Не, ребят, я не успел, я сфейлился. Все, короче, трындец полнейший. Ты прикинь, я не успел вот удержать их. Обидно. Ладно, давай посмотрим, вообще я могу этот уровень взять или нет. По идее, должен. Может быть, получится пройти хотя бы. Хоть деньги не потеряем, да опыта немножко приобретем. Так, карточку получили на тигра. Да, уровень этот проходится довольно, ребят, легко, но тем не менее надо будет перепроходить. И я, знаете, что думаю? Что мы, наверное, возьмем все-таки вот этот отряд. Нет, этот не стоит брать. Придется этим. Почему же, блин? Я, ребят, то ли силы не рассчитал, что... Как тут получилось? Так, обычно всегда мы справлялись. Так, давай попробуем. Нам нужно просто один раз сделать апчик и дождаться паладина. Понимаешь? Блин. Да что ты? Да ну фигня какая-то, ё-моё. Короче, надо пересматривать нашу стратегию. Тут что-то не катит это все, ребят. Опять мы получили с вами урон. Если попробовать друидку вызвать. Не знаю, блин, ну попробовать можно, конечно. Попробовать. Сейчас я постараюсь, ребят. Давай вот так вот паладина вызовем сюда. Для начала. Да ну. Не выходит ни шиша, ребят. Давай так сделаем. Хорошо. Ну. Твою же маковку. Нифига не получается.
Не можем, ребят, мы с вами здесь справиться. Так, давай-ка попробуем еще раз вот так сделать. Угу. Угу. Вот вышла друидка. Так, друидка, давай. Где твои там тотемы-то эти могущие, могущественные? Во, вот, ребята. Пошел отхил базы. Так, идет, идет. Хиляет она базенку. Ребят, хиляет. Ай, друидка, надо еще тотемов. Мало, мало. Ты не дохиляла базу. Пожалуйста, еще, еще. Давай, тотемы. Вот, вот. Вот теперь этого хватит. Фух. Правда, я карточку там продинамил, если честно. Все, теперь все спокойно, моя душа, ребят. Что-то я забыл, что у нас друидка, которая может хилять на самом-то деле. Так, захиливайся, пожалуйста, захиливайся. Тут самое противное, это, ребята, конечно же, тигр. Когда он погибает, он выпускает свою вот эту вот душу, которая, естественно, проходит через все поле и наносит колоссальный урон. Так, ну что же, у нас здесь еще прибавляется храмовый пес. Ко всему прочему, тоже довольно быстрый юнит, поэтому я не знаю, как мы будем сейчас тут. Расстояние не такое уж и большое. Давай, поехали. Нужен паладин. Нам здесь нужен паладин для того, чтобы хотя бы как-то удержать эти позиции начальные, да? Что такое? Так, смотри, смотри, что происходит. Смотри, что он делает. Сыграли в дуплет, а? Ну все, жуки навозные, сейчас вам будет крышка. Да-да, паладин вышел, ребят, тут уже нам будет полегче. Сейчас остается мне только накопить на кого? На друидку, естественно. А этих мы вот так вот притянем. Ух, ё-моё, тигр вышел уже. Уже вышел тигр. Он быстро довольно его вызывает. Так, ну что, поехали? Так, друидка, давай-давай-давай. Там как-то сопротивляйся, я не знаю, что там делай. Что-то придумывай. Мы не должны здесь погибнуть. Это однозначно. Воу. Было больно сейчас, кстати. Опять он видел? Ауру выпустил свою. Постоянно ее, он ее постоянно выпускает. Этим меня бесит. Так, хорошо, что она у меня захилялась, друидушка моя. Поэтому нам не страшно, если даже еще одна аура вылетит. Мы все равно здесь пройдем. Времени у нас мало. Вот это уже, да, это уже плохо. Слушай, а если мы... Нет, не надо этого делать. Куда ты пошел, паладиныч? Ты должен вернуться. Давай, давай, давай. Опять тигр. Опять, ребята, тигр. Ну, смотрим. Выпускает, конечно же, выпускает, ребят, свою ауру. Но я думаю, что это ему не поможет. Есть. Ух, накатили. Накатили мы по базе, ребята, все-таки с вами. Ну что же, третий уровень. У нас, по-моему, энергии здесь нет. Остался только лишь один имбовый отряд. Ладно, он тоже, кстати, неплохо заходит. Правда, здесь против тигра... Я не знаю даже. Против тигра кто здесь может хорошо у нас драться? Только лишь маг-воин и все. Блин. Подожди, у него здесь ронин? А я что-то играю на расслабоне, ребят. Вообще даже и забыл, что здесь у него ронин есть. Ты прикинь? Тх, вот так вот. А он, оказывается, есть. На! Поменялись, да, грубо говоря? Так, ну что же. Опять тигр, да чтоб тебе. Опять у него, ребята, вышел тигр. Нет, не вышло, ребят, к сожалению. Слушай, если у нас... Да что ты... Ты достал уже, эй! Парень, я серьезно говорю. Фу, через отражение сработало. Ёлки-палки, повезло нам, честно. Честно, нам просто повезло. Давай, 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 давай. Упс. Смогу я, интересно, ведьму призвать, ребят? Успею? Если вот так вот сделать. Успел. На-ка. Ты видел, что он в ответку сделал? Он в ответку сделал гадость мне. Так, тигра мы там прижучили. Время, минута у нас. На все дела. Поехали. Будем пытаться выиграть здесь. Офигеть, выиграли мы с вами. Не получается, к сожалению, ничегошеньки у нас. Все виноват, конечно же, опять тигр. Со своей волной, вот этой вот смертельной волной, которую он управляет. Только за счет нее он выигрывает. М-м-м.
Сейчас расколбасят. Отражение, да? Нам повезло, что отражение сработало, но... Нет, это нечестно. Там шанс срабатывания очень был маленький, понимаешь? Вот на этот скилл. А он у него срабатывает, ну, сами видели. Как не тигр так срабатывает, как не тигр так срабатывает. Ну и как тут играть? Каким образом вообще? Я не знаю. Тут невозможно просто тогда, получается, пройти такую имба голимая, ребят. Давай, уничтожай, уничтожай свой этот. Ну, давай, давай, удар, прыгун. Чуть-чуть, ребята, мы с вами не уложили. Ты видел? Ты видел, там секунда оставалась. Ёлки ты палки, мы маленечко с вами не успели. Мы сфейлились из-за времени. Блин, да как же так? Ладно, я попробую переиграть, ребят. Если ведьму не положат очень быстро, то победа будет у нас в кармане. Так, тут Ронин, не стоит об этом забывать. Ну, конечно же, мой проигрывает. Конечно же, ребят. Тьфу ты. Ну, тут проигрывать уже, тут ничего не поможет. Офигеть. Да давай, я уже понял, что башня разрушена. Ну, конечно, у него, ребята, будет Ронин выбегать в истерике. У него будет тигр выпускать свою душу. И как вы прикажете мне здесь играть? Дай-ка я вот это вот заберу, все. Все делается в пользу компьютера, а не в пользу меня. Это я уже давно, кстати, заметил. Так, можно немножко прапаться. Давай прапаем, знаешь что? Наверное, вот эту вот базу нам. И я хотел, знаете, что сделать? Давно заменить прыгуна и молотильщика. Потому что, ну, они на самом деле здесь, ну, не нужны, если честно. Вот сейчас мы только определимся, на кого. Я думаю, здесь нам нельзя пригодиться, да? Так, а вместо прыгуна можно взять... Некро взять, может быть? Да ну, некро это как-то, ну, несерьезно, да? Некро. Хм. Банши, которая будет кричать. Или самурая. Давай-ка мы самурая возьмем. А почему бы и нет? Он хорош, особенно если он будет в этот, в истерику впадать и мешать проходить врагам. Будет очень даже замечательно. Поехали. Он, по-моему, кстати, у нас раньше был в одном из отрядов. Я, честно говоря, не помню в каком. Но он был. Так, ладно, попытаемся. Так, Ронин, да, здесь у него будет в первую очередь. Поэтому нам нужно вызвать самурая. Так, вызвали мы самурая. И, наверное, мы вызовем в помощь ниндзю. Эй, ниндзя, не подведи меня. Она меня подвела. Хе-хе-хе. Ну, конечно. Кто кого, интересно? Чик! Мы даже ударить, что ли, там не смогли? Я не понял. Так. Ну, ты будешь... Так, ребята. Погнали. Нет, я не могу, ребята. У меня ничего не получается. Смотри, что... Они все равно продамаживают. Не получается, прикинь, все. Вот если бы вот так бы он вставал бы сразу бы, возможно, что-то и получилось. А тут нифига ничего хорошего не получается. Бред просто-напросто. Да. Ладно, я потрачу 10 геймов, ребята. Я потрачу. Так, погнали, попробуем. Начинаем с ульты. Так, мне нужна ведьма. Если я ведьму вызову, может быть, еще будет шанс. Не можем даже ударить, наказать одного удара, ребят. Ну, что за фигня? Ведьма, давай. Бумс, молодец. Так, теперь вызываем самурая. Теперь еще вызовем Ронина. Так, хорошо, пока нормуль. Тут у нас заморозочка. Давай, вот так мы ее применим. Так, ульта. Смотри, как странно. Даже, ребята, не выпускает душу тигр. Все хорошо идет. Даже слишком хорошо было. Фу, ну что же, там, по-моему, у нас последняя попытка осталась. И предпоследняя миссия. А может быть, где-то накопится энергия все-таки, а? Пожалуйста, вот. Нет, это у нас было. Не то это совсем. Да, получается, что действительно одна энергия осталась. Так, ладно, ребята, поехали. Предпоследняя миссия. Давай, пошел. Пошел, родной. Сейчас самурай, да, побежит?
То есть этот Ронин. Нет? А что он там выжидает? У моря погоды? Он вызвал тигра. Во, заверчи, пожалуйста. Ага, тут ниндзя. Тут ребятулечки ниндзя. Блин, что делать будем? Естественно, вызывать ведьму. И ульту применять. Ух, как-то так должно было сработать. Но кто там опять визжит? Угу. Душа, естественно, ребята, душа. Как же без этого? Да куда ты там убежал-то, а? Ронин, вернись, тебе все простят. Карточка на ниндзю нам выпала. Так, пробуем, ребята. Сейчас опять душу, да, выпустить? Стопудово душу выпустить. Ну, естественно. Еще один такой выход, ребята, и у меня ведьма рассыпется. Вот что я вам хочу сказать. Она уже рассыпалась. Ёпарсета, а. Она уже рассыпалась. Что прикажете делать? Я, знаешь, что могу сделать, ребята, здесь? Только если вызвать еще одну ведьму. Успеем или нет? Успели. Ну, заморозка есть. Погнали теперь. В расходы всех тут. Блин, время 49 секунд. Не так-так-так сгорим, да, с вами получается? Ну-ка, ведьму. Ой, ведьму, елки-палки, я уже запутался. Конечно же, ниндзя. Давай еще вызовем самурая. Нет, ребят, ну это все. Это уже, я не знаю, как тут можно вообще играть. Он постоянно вызывает душу свою, тигр. Там шанс срабатывания очень маленький. 20%. А он практически на каждого вызывает. Редкий случай, когда не получается ему срабатывать. И в этом случае мы, ребят, с вами выигрываем, когда он не срабатывает. А так, не знаю. Не успеваем. Чуть-чуть нам не хватает. Тут вообще, ребята, мы слишком близко подобрались к замку, но сфейлились из-за времени. Угу. Даже какой-то вонючий мелкий копейщик, который выбегает от его базы, и то наносит нам урон. Причем приличный. Нет, ребята. Ну, может быть, оно и к лучшему. С отпуска приеду, отдохнувший, полон сил. И мы с вами, может быть, даже сотый уровень там за месяц наберем и, грубо говоря, пройдем игру. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!